Теперь 34 ряд. Провязываем 2 изнаночные. 1, 2. Дальше 2 лицевые оставляем перед работой. 2 провязываем лицевой. 1, 2. Возвращаем снятые петли на левую спицу. Их также провязываем лицевой. Один. Два. Дальше вяжем изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. 2 петли оставляем за работой. 2 провязываем лицевой. Возвращаем снятые петли. Их провязываем также лицевой. 2 изнаночные. Это мы провязали 34 ряд раппорта. 35 ряд. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. Дальше 2 лицевые. 1, 2, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Это мы провязали 35 ряд раппорта. Теперь 36 ряд. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 петли мы оставляем на дополнительные спицы за работой. 4 провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4. Возвращаем снятые петли на левую спицу. Их провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 петли оставляем перед работой. 4 провязываем лицевой. 8 снятые петли на левую спицу.
Их провязываем лицевой. Один, два, три, четыре. Дальше 4 изнаночные. Это мы провязали 36 ряд раппорта. 37 ряд раппорта провязываем. 4 изнаночные. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Это я провязала 37 ряд раппорта. Так же, как 37 ряд, я провязала 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 ряд. Теперь мы вяжем 50 ряд, так же, как и 36. 4 изнаночные. 4 петли оставляем за работой. 4 провязываем лицевой. 4 Возвращаем снятые петли на левую спицу. Их провязываем лицевой. Дальше 4 петли оставляем перед работой. 4 провязываем лицевой. 4 Возвращаем снятые петли на левую спицу. Их провязываем лицевой. Четыре изнаночные. 50 ряд раппорта. 51 ряд. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Это я провязала 51 ряд рапорта. Так же, как 51 ряд вяжется 52, 53 и 54. После 54 ряда узор закончился, и теперь мы по кругу еще 2 ряда просто провязываем изнаночными петлями. Теперь, начиная с вязания с первой спицы, мы закрываем петли. 2 петли провязываем вместе лицевой со средины. Получившуюся петлю вешаем на левую спицу и опять 2 петли вместе лицевой. Получившуюся петлю вешаем на левую спицу. Таким образом мы закрываем все петли из каждой спицы. Последнюю петлю провязываем еще раз лицевой, обрезаем нить, примерно оставив 4 сантиметра, и вытягиваем петлю. Здесь затягиваем. Так мы, получилось, закрыли петли. Нити прячем под петли с изнаночной стороны при помощи крючка. У меня крючок 2,5 миллиметра. Складываем шапку на 2 половины, таким образом, чтобы узор сова был посередине. И начинаем сшивать, подцепляя с одной стороны петлю и со второй. Вытягиваем петлю, делаем еще одну воздушную петлю и опять. Одну с этой стороны, вторую с этой. Протягиваем петлю и вытягиваем через ту, что у нас уже есть. И опять. Таким образом закрываем шапку вверху. Вот я соединила, в конце делаю еще одну воздушную петлю, обрезаю нить, оставив 3-4 сантиметра, и вытягиваю петлю. Так вот с лицевой стороны выглядит верхушка шапки, когда мы ее сшили. Теперь нужно здесь пришить глазки-пуговки или просто вышить. И носик совы здесь. В итоге у меня получилась вот такая вот шапочка сова. Всем спасибо за внимание. Смотрите видео и подписывайтесь на канал. До свидания.